О, нет, нет, не закрывайте, пожалуйста. Ты заслужил. А, ё-моё, влетел прямо. Да блин, выпустите меня, боже. Блин, пожалуйста, выпустите меня. Нет, ты плохо работал с нами. Значит, будешь в тюрьме сидеть. Блин, а, ну за что выпустите меня? Вот. Зачем я рубашку два? Я снимаю. Ну, я снимаю. Какой от девочки? Девочки. Окей. Okay. Хорошо. Я заключенный, у меня белые глаза всегда, когда какой-либо я в костюме, у меня глаза меняются. Всем привет, ребята, меня зовут Артем, и я как бы не нахожусь в деревне своей, не работаю полицейским, потому что я всех предал, потому что я очень плохо работал, и полиция подумала, что я один за всех все за. Ну, блин, я именно... Стоп, а чё вещи у меня, они-то забыли забрать? Ну, пока я не выбрался, надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если еще нет, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, я начинаю, буду сейчас как-нибудь выбираться из этой тюрьмы, которая у меня вещи есть. И это прикольно. Давайте начнем с того. А ну-ка, отдай лук! А не отдай... Блин. Блин. Тогда-то как-то... О, можно вот туда выбраться, ребята, это отличная идея. Эй, давайте-ка подожжем этот участок, короче. Как-нибудь. А ну... Выпустите меня, блин, ребята, меня посадили, потому что, ну, вы уже поняли, потому что плохо работал в полиции. Ай, пожар, помогите! Что-то у тебя горит, я не знаю просто, помогите, помогите, все горит. Мне все горит, я поджегся, помогите. Ребята, это круто просто. Помогите, помогите, я говорю. Так, да, выбираться отсюда. Так, а лучше я бы сказал, переберемся на другую камеру давайте. Да нет, это не идея. Давайте, ой. Выбираться! Ребята, выбираемся! Ничем! Выламываем, ребята! Выламываем! Отлично! Давайте! А второе потом! Что? Блин, не кричите! Пожалуйста, потише! Так, ладно, я пока на толчке посижу. Ладно, я реально сиделся на тачке. Я не буду сидеть, как бы. Ай, выбегай, что-то... Ай, блин, меч, давай. Ай. Может, просто... Ой, здесь полиция. Надо срочно как-то тихонечко, осторожненько. Выламываем. Хорошо, меня меч не забрали. Это мне было тяжело ломать это все. Ну, даже лук у меня остался. Давайте. Выламываем. Отлично. Я на свободе, считайте. Лошары полицейские по имени. Я сбежал. Ра-ля-ля. Ай, блин, больно. В ноге. Ай. А, да. Только мне надо сейчас бы в деревню как-то попасть теперь. Сейчас давайте просто, я не знаю, как бы... Надо сейчас бы украсть полицейскую машину, чтобы я приехал в деревню, как бы. Сам не звучало, ребята. Ё-моё. Так, да-да, срочно. Иначе, я не знаю, я здесь останусь. Так, надо тихонечко... Тихо. Заключенный! А ну-ка, ты меня не должен был видеть! А ну-ка, получай! Ребята, надо срочно заболеть! Заключенный! Здесь заключенный! Отлично, ребята, я еще полицейского убил. Срочно забираемся. Тихо. Надо хранить.
Нет, не трогай хранилище! Нет, не надо в хранилище! Вы, ребят, погляньте, охранял, блин! Так, где здесь? Не здесь лежат. Чего? Так, тихо, закроемся. Чего там, блин, они хранят? Жемчуги края. Ой, да, жемчуги края. Трезубец. Чего? Так что они, блин, закрыто? Что они, блин, хранят здесь? А что здесь? Так, здесь ничего, а где, блин? А, вот, все, ребята, я нашел то, что... Да, блин, не кричите, пожалуйста. Так, ребята, не кричите. Девочки, не кричите. Так, ребята, надо срочно что-то найти еще. Ладно, давайте посмотрим, что там еще. Так, есть стрелы неплохие. Еще заберем эти стрелы. Ну все, вроде бы мне ничего. А, броньку, давайте броньку возьмем. А это... Хорошая идея. Сбежим с этой тюрьмы, короче. Жалко, нету костюма полицейского. А то меня как бы забрали. Вот этот костюм. Давайте-ка найдем, может, что-то еще. Блин, кирки нету, было бы прикольно. Так, тихо. Давайте Так, ладно. И давайте сожжем. Вот так. Сжигаем полицейский участок. И сбегаем. Ребята, сразу говорю, я не псих. Просто... Отлично, ребята. Уже кричат. Так, срочно. Закрываемся. Надо, чтобы меня не словили. Самое главное. И давайте жемчуг края куда-нибудь. Тихо. Ай, блин, прямо до машины прилетел. Нет. О, нет, блин, сирена звонит. А, понятно. Короче, ребята, я поеду в деревню. Как скажу, я буду уже в деревне. Вот такие. Так, ребята, не спрашивайте, как я все-таки добыл литры и ракетницы. Вот такие. Я именно уже дошел. Вот мост. Да, ребят, вот где я. Вот как все показывается здесь прикольно. А давайте полетели. Полетели в деревню. И давайте. Ля-ля-ля-ля-ля. Только давайте еще свою одежду оденем, чтобы не подумали, что я заключенный. Так, ребята, ай, блин. Так, ребята, я сейчас переоденусь. О, в своем скине это прекрасно. Сапэ, а где все жители деревни? Подождите. Не говорите, что жители посадили. Ай, ладно, надеюсь, что жители не посадили, как меня. Ну ладно, я думаю, что не... Мой дом восстановили офигенно, просто офигенно. В прошлом видосе просто дом был сломан из-за того, что взорвал, как бы случайно. Если вы не видели видос, то обязательно посмотрите. Ребята, сегодня я сбежал из тюрьмы, это было очень круто. Не забывайте ставить лайки. Ой, блин. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и всем пока! А я полетаю вокруг деревьев. Жизнь не кончится завтра, она умна. Взлетаем! А теперь вот так вниз. Ой-ой, а вот она деревня. Так, ребята, спускаемся. Нормалек. Тихо. Давайте, ребята, сейчас долетаю. О, вот он. Все, ребята, всем удачи, всем пока!